осень, PGI-форум, электронная подпись, Санкт-Петербург. Это единственная, наверное, площадка, единственный форум, где собираются действительно специалисты в сфере инфраструктуры открытых ключей вместе с регуляторами, чтобы найти правильные решения, через год встретиться еще раз. Достаточно плотная деловая программа и, как правило, полный зал участников от начала до конца форума говорит о том, что мы, наверное, все правильно делаем. Все, с чем соприкасается электронная подпись в нашей жизни, здесь обсуждается. Здесь лучшие эксперты на эту тему. И если нужно получить самую актуальную информацию с прогнозом на ближайшие периоды, это, конечно, PGI-форум. Тематика PGI-форум продолжит еще долгие годы оставаться актуальной. Это, мне кажется, неоспоримый факт. Мы стараемся вот достаточно четко фокусироваться на тематике электронной подписи, сервисов доверия, всем том, что основано на инфраструктуре открытых ключей. Поставили совершенно новые вопросы и создали совершенно новые вызовы, в том числе и для PGI-инфраструктуры. Межгалактическое, конечно же, будущее, потому что тематика и глобальность вопросов электронной подписи только нарастают. А перспективы здесь такие, что очевидно, что электронная подпись будет оставаться. Ее направления развития будут расширяться. В первую очередь, это для развития бизнеса в области торговли. Вот это точно совершенно. Я думаю, что в ближайшие год-два будет бурный рост развития именно системы доверия в Российской Федерации на базе PGI. PGI в России делался и будет делаться всегда профессионалами, будет делаться хорошо, качественно, с оглядкой на все возможные риски и с учетом всех возможных проблем.